АСМР-щи-то делают, опять-таки. Вы же сами понимаете. И как, сука, эти долбоебы дрочат на эту хуету. Они, сука, чвавкают, чравкают, блядь, уёбки нахуй, сука, меня бесит. Ой, блядь, да ёб ты! А спонсором этого видео... Да шучу я, нет никакого спонсора. Просто скачайте Streamlabs, поддержите проект, кликаешь по этой ссылочке, устанавливаешь файл и попадаешь в Twitch.ru. Все очень просто. Иди в жопу. Ссылочка, блядь, в описании. Блядь, заебали своими гранатами, блядь. Я, сука, проклятое говно из жопы, блядь, свиного, абрыганского, выхухольного, блядь, Твин Пикса. Пиздрон, блядь, трахни. Не. Давай, давай. Хорош. Давай, Илюха. У тебя там что-то болтается. Омагад, омагад. Ебать! Ебать, чувак! Ты просто бог, блять. Ты просто бог этой игры. Пиздец, такой крутой. Ты не был на негативе, все нормально. Только не ломай стул, пожалуйста. Ай! Не ломай стул, Илюха. Ну просто реально Origin расстроился из-за зависания. Да не парься, нормально поиграли и все. Да. Ну игра про динозавров оказалась душноватой. Немного на плюс Саня своим свинским поступком. Спонсор стримонели, ну где ты, ёпта? Где спонсор операции моего носа? Как мало мы знаем о Лизе. Бля, ребят, я последние два дня не могу нормально спать. Потому что я просыпаюсь, блядь, из-за того, что я задыхаюсь. Я задыхаюсь во сне. Я реально, блядь, мне реально снится, как я задыхаюсь. Я чувствую, что я задыхаюсь во сне, не могу уснуть из-за этого. Фу, блядь, не могу дышать во сне. Я просыпаюсь, не могу дышать, я задыхаюсь, блядь, подыхаю. Ёб твою мать. Ну, это смешно. Надо просто взять кого-нибудь, кто к братишкам не идет. Может, Калая какого-нибудь втроем побегать, он еще и тащит. Ну, можно. И потом как-нибудь поиграем. Надо еще какие-нибудь игр кооперативных поискать, и надо найти новых друзей. Так, я его лучше в ВК еще тоже добавлю. На боку спишь. Как я только не спала, блядь, и на боку, блядь, на спине. Точно он, алё, это точно Сигал? Что-то играть передумал. Не, блядь, раскастовываю, пизда. Кастаем, просто долгий очень, блядь. Получит ты сигнал, господи, пожалуйста, успокойся. Блядь, только. Блядь, дури, сейчас нахуй! Только разберите спать, чуть-чуть воздух, начинайте осознанно дышать из лаки снов. Чего? Все, нахуй, готово. Ой, блядь, чуть я что-то плохо стало, блядь. Блядь, там челик только в друзья добавился, я еще не успела. Сколько дилда стоит? Ну, в среднем. Маслов, спасибо за фоллоу. Купить фалоимитатор. Слишком большая концентрация мата. Я понять не могу, блядь, это реальность или фантастика? Я смотрю Twitch.ru. Я смотрю только Twitch.ru. Других каналов, кроме Twitch.ru, не существует. Понимаете, да? Есть только оригинальная канал, это Twitch.ru. Остальное это дешевое, вонючее говно. Я голосую за Twitch.ru. Тогда бы корейский звук какой-то. А есть еще имя Алексей. Сокращенно дебил. Может он мирный? Ну да, обидно. Ты мирный? Для Алексеев, я считаю. О, так он мирный. Братан. Кто-нибудь слышал песню «Метельная руки сложно на битве, начался смертельный бой»? Алин Рин, да. Да, искренне хочу сказать, что да, она мне нравится. Но она мне нравится не как человек, который делает творчество, у меня просто хуй на нее стоит, не знаю. Почему-то она мне нравится. Не знаю. Не понимаю, чем. Алексей хуже Артема. Нет. Тинк, вырубил. Ну, вы слышите просто это название. Так, что угодно. У нас прыщ-прыщ. Нет, горбинку за искривленной перегородки. Полноценно. Подпись под вебкой. Появился регламент для выступления бойцов, в том числе и экипировки. Ну, такой тебе факт. Да, я.
Бойся, он по мне хуёт. Воскрети меня, я закотал жёстко, жёстко. На, блядь! И Китя! На, блядь! На, блядь! На, блядь, уёбище, блядь! Сигал назад, я арест уёбище. Тварь, нахуй! Ой, 180 точнее. Мне не сколько с тебя, а... доля. Так. Мне, к сожалению, скайп пропёживался, я не услышал суммы. Сколько-нибудь. Ну, суммы там жесткие были, скорее всего. Где? Ну, за проплату ореха. Китаянка. Еще в шапке такой. А что за хуйня? Бля. Блядь. Ну, остальное все мы увидели уже. Ну что, пацаны, пошли играть уже наконец-таки.